Критерии качества услуг ЖКХ и обоснование их стоимости должны быть понятны всем. Обсуждение стратегии в этой сфере сегодня прошло в правительстве области. Его партнерство с организациями собственников жилья включает в себя не только выработку совместных решений. В частности, порядок передачи технической документации при смене управляющей компании. Или, например, обязательное обучение специалистов, включая представителей ТСЖ. Чтобы было понятно, как работает отрасль, в регионе создается система информационно-расчетных центров. За основу берется опыт других регионов. Подготовлен наш концепт создания на территории области именно такого расчетно-кассового центра. При этом учтены все те недоработки управления денежными потоками, практически касающиеся управления паспортами и технологиями при поставке на все домовладения такого рода услуг, как жилищно-коммунальные услуги. Разработанный и проходит юридическую экспертизу примерная форма договора на управление многоквартирным домом. Цель правительства региона – развивать отрасль ЖКХ не только на деньги жильцов и бюджетные средства. Их не хватит решения проблемы сделать этот рынок привлекательным для инвесторов. Очень важно, чтобы мы выработали четкую, понятную схему привлечения в жилищно-коммунальное хозяйство инвесторов, частных инвесторов. Уже начиная с этого года начать реализовывать схему долгосрочного тарифного регулирования. Если мы это в состоянии будем сделать и правильно выстроим свою политику, то я уверен, сегодня инвестор пойдет в жилищно-коммунальное хозяйство.